Вот это называется биржа. Вот они сейчас биржуют. 131 масло? Ну, для атмосферного движка, конечно, нормально. Я клянусь, я этого всегда боялся. Поняли? Справа объезжаешь, а тип слева, и вы встречаетесь. Я вот, например, не могу что-то смотреть видос без комментариев. Поэтому пишите в чате комментарии всегда. Я буду их читать всегда. Вот. А так 254. Ну, вообще, качество, конечно. В видеоигре под названием Forza Motorsport 7. Скачивайте эту игру, играйте. Тут даже правдоподобные руки, как у Цунады, типа. Это моды, типа, мы установили. Едем, уже проехали 170 километров. Сейчас Тверь, заправились. Да. Еще проблем с псалтым бензином не было у нас на платке. Ребята, кстати, мало кушают, да? Она на 150 километров съела 20-25% бензина. То есть... У нее тут бак где-то, ну, я не думаю, что больше 80. Но она нормально жрет, не так много. С учетом, что мы 220 едем, типа, и на высоких оборотах всегда. Нормально. Все, следующее включение будет потом. Так, уже 6 часов, мы в Питере. За сколько залетели? За 4 часа, реально? 4.20. Ну, 4.20 мы остановки большие делали, там много еще чего писали, там ходили и так далее. Ну, смотри, стыдиться этому. Все, ребят, мы в Питере, сейчас встретимся с Арти 63, и он будет нас катать. Арти не 63, а 6.3. 6.3. У него объем 6.2, но он 6.3, понял? Типа AMG, ба. Мы сейчас с ним встретимся. Он скажет, что BMW говно, стопудово, вот, да, я тебя уверяю. Смотрите, какая, помыли сейчас М5, она просто вот такая вот сосочная. В Питере нас уже подписчики узнают. Шашки, вот как вы хотели, сейчас шашки будут. Да, Слава шашки не умеет, мы ради этого 1000 км приехали в Питер, чтобы человек, который реально это умеет делать. Давай опять выхлоп чуть покажи, здорово, да? А то выхлоп. Мы хотим, думаем, сейчас даунпайпы сделать, потому что вчера с компетишном вставали на даунпайпах. У него бешеный звук, сейчас думаем. М-режим. Охуенно. М5 еще вот такая подъехала. Давай. Не. Вот, смотри, как он едет. Воу. Ты тоже не бойся. Ну я в руку. Сейчас встаем против другой безбаночной М5. Слав, не проиграй, не позорь меня. Давай, давай. Ты рано стартанул, нечестно. Ну едь уже. Наебываешь ты его. 2, 3. У тебя походу быстрее машина, брат. Чё скажешь? Значит, чего? Чё сейчас делать будем? Давай, Питер это вообще город шашек, да, типа? Немножко забрендировали тут, как бы, да, персонажей. Сейчас мы это, короче, оставим. И дальше поедем, да. Влад взяет в М5, я сажусь в карте, и мы сейчас жесткие шашки делаем. Влада познакомил, это вот две противоположности. Это дедуля за рулем, а это молодняк злой. Хотя ты старше его. Короче, Арти приехал, смотрите, у него типа слики. У него самое главное слики. Той 3 восьмерки спереди. Люди на камеру. Ну, мне нравится, когда жопа играет, я поэтому спереди держак, а сзади покончик. Короче, как путана находит себя, да? Ты сам. Вот это называется биржа. Вот они сейчас биржуют. Почему? Страшный. Короче, Влад реально боится садиться. Посмотрите, просто зайдите на Инстаграм, посмотрите, там вообще. Ни хрена ты пропиарил вот так, че, так изящно, да? Ребенок посидит, ладно? На его руль. Кстати, руль прикольный. Серьезка. Выхлоп, Серьезка? Как разъебку. Как разъебку? Он ее так и купил, кстати. Влад, короче, садится в М5, он будет кадры из М5, из М5 вести. И к 6М там есть. Мы свою оставляем. Я еду с Арчи, короче. Это что такое, это пакет? Просто баблон. Ну, вот такие там уже. Это ремонт, типа, да? Это если ебешь. Ладно, давай назад кинем. У него реально там бабло. Не из банка прикол, а реально. Короче, инсайд рассказываю. У Арчи, Арчи ездит без обуви, типа. Да, и на то есть две причины. Первое, что подошва у УЗИКов огромная, и когда ты быстро переключаешься между педалями, можно зацепить лишнюю педаль. Да, короче, правильно он говорит. Перфекционист. Конечно. Ты бы еще в сланцах, понял? Все должно быть идеально. Ну, лучше... Вау! Тихо! У Арчи, короче, его основная машина, основная... Основной... Да, шашка побить сломался?
Так, уже очково начинается. Поместишься, давай. Обязательно так близко, типа. Ну, конечно, чтоб... видишь, отъехал. Чтобы он думал, что что за отморозок, да? Подписывайтесь, ребят. Мне музыка мне сейчас не нужна. Дай их движение. А ты подушки проверял вообще здесь? Рабочие они? Не, Охуеть. Я по диагностике там. Опять московская, да. Самая все, такая. Все, 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 ты все, всех уже быстрее света, все, можно тормозить. Красавчик, долбоёб. Да, ребята, в чате это... по-разному пишут. Если не страшно, то это... Охуеть. Мне как камера-то мешает. Я думал, что это человек бежит, бля, клянусь. Ой, бля. О, блядь, я ж обосрался. Ой! Бля. Блядь. Ой! Охуеть, его понесло. Пацаны, ну это все ради вас. Этот 002? Да, ради контента. Но М5 твой, конечно, не вижу, еще не едет. Едет, да? Машина пиздец хуярит, сука. На X6M? Да, вот он, блядь. Я четко за нами всю дорогу шел. Я вот, наверное, за ним тогда сяду у него, и потом тебя сниму со стороны. Это потому что, брат, полный привод. Полный привод. И BMW, брат. Не, не успевает, не прям. Не прям успевает. Ну так, дистанцию надо держать, Шашка. Иначе тебя закроют, нахуй ты останешься. А че, блядь, поезд, нахуй! Велосипедист, мотоциклист! Не сбоку, блядь! Калина, блядь! Бля, бля, вот я клянусь, я этого всегда боялся, поняли? Ты справа объезжаешь, а тип слева и вы встречаетесь! Блядь! Ух, ебать! Охуеть! Эх, как они прыгают! Батя, грязи, бать дорогу ужасная! Бать пескоструй! Нормальный? Бля, ебать они втроем просто ебурят! Тормози, тормози, шма! Хорош! Сунат, это пиздец, чё спи... Они в Питере ебанулись тут совсем, что ли? Я хочу домой! Как считаете? Перебор или нормально? Мы нахуя сюда приехали? Ач, можно домой? Ой, стоп, дальше едем! Или история? Скорость, чтобы вы понимали, это город... Хорошо, Барселона, брат. Скорость. Ну, 20... Ну, сейчас вот 16 было. Вообще 20-ник. Вот бля, но зато они, видите, ну, такую, типа, историю сделали. Это X6M, это кроссовер. Мамы на нем в магазин ездили, я не знаю. Арчи, блядь. Давидыч вообще мне... Кстати, можно я спрошу? Ты вот говоришь... Помнишь, Давидыч, короче, обидную такую вещь сказал, что типа... Да, он на встречку проехал, блядь. Некрасиво, да? Да, не люблю такие вещи. Я красный прошу. Ждем, мы по-умному ездим. Да, я хотел спросить. Вот Давидыч хуйню сказал, типа, что молодняк вообще... Так, школьник, школьник он сказал. Тебя школьником назвал. Ну не, красная эта встречка, это хуйня. Бля, я не понимаю, чьи тормоза воняют, его или мои. Твои. Мои, да, походу. Я ж ебашил до этого, пиздец. Давидыч, вообще вызов не хочешь кинуть? Да не, он хочет в Москве. Я и чё? Я чувствую свои дороги, я знаю их наизусть. Мне кажется, его трахнешь в Москве. Ну, если бы я там месяцок пожил, легко. Изи вообще. Ты тут типа каждую дорогу знаешь, да? Тут каждую, я знаю каждую, каждую яму. А-а-а. И откуда могут... Давай, блядь! Он газует на месте. Пиздец, блядь. Да, но если честно... Давыдыч очень сильно... Затем стоять. Давыдыч очень сильно ездит. Ебется, охуенный контент будет? Давайте без этого сегодня. Сегодня без этого. Сегодня без этого, по-братски. Давыдыч очень сильно ездит.
Что-то у нас музыка пропала. Это вам так кажется, что нет, это он просто постарел. Не, парни. Это как я, пиздец, как хорошо езжу, но я, брат, я никогда в жизни вот так не сделаю, брат. 250 шашки играть надо. Арчи, блядь! Но у него опыт позволяет, брат, поверьте, он много умеет. Он... Сука, смотри. Ребят, чтобы вы понимали... Он руль поставил, короче, от новой цешки, потому что он скучает по своей новой цешке. И поставил на старую, от новой руль. Смотри, красиво все будет, мы здесь снимы. Да, выпишите, не, Арчи, не разбился. Все. Больше нихуя не умеет, блин, да. Welcome. И вы что, вот каждый день, ну как, это ваше развлечение, типа, вот так хуярить? Просто в Москве мы так, ну, реально делаем. Не, поверьте, Давид еще очень сильно ездит. Просто поищите его старые видосы, вы охуеете, как он ездит. Это жестко прям. X реально хорошо идет, да? А он стоит один, нет? Ну, обычный стоковый. Он только-только с ремонта, у него редуктор отлегнул, ему по гарантии поменяли. Да. Вот старый. Есть сейчас эти старики? Старики знают, когда Выдыч ездит. Ну, задний привод. Ай, букс! Сколько до сих пор играет? Да, Ромеса, сейчас открою, я видел этот видос. Познакомься с новым для тебя миром, пройдя линейку квестов. Тут тебе не заскучать. Видел этот интерфейс? Вот, и мне он нравится. Любишь тачки? Покупай! И поехали, навесим на нее тюнинга. У нас его полно. Соревнуйся с тысячами других игроков и десятками твоих любимых блогеров на родине РП. Охереть. А зачем? Типа, чтобы не гоняли? Осуждаю, блядь. А за... Я один ботинок успел снять, а второй нет. Арчи, короче, с одним ботинком едет. Ну ладно. Он реально ботинки снимает, чтобы мы понимали. Пиздец. Ой, блядь. Ебать. Ну тут где-то 200-220 вот так вот. Ай, блядь. Листая. О, 131 градус. Чтобы вы понимали, ну это охуеть. Масло. Это много. Ну тебе это. Охуеть! 131 масла? Ебать! Ну для атмосферного движка, конечно, нормально, блядь, но все равно пиздец. Антифриза, да? Ну воды. Антифриза. Вон, на тазах вода, тут антифриз. Ну, да. Арчи реально, короче, купил эту тачку за сколько? Секрет. Полтора миллиона купил, потому что он скучал очень по цешке своей, пока она в ремонте у него. Она до сих пор в ремонте. Она до сих пор у него в ремонте. Ему дилер, короче, опрокинул его на гарантию. Ну, грубо говоря. И теперь он компенсирует это тем, что он на цешке это ездит. Норма, ну, 100, 105, 110, нормально, норма. Не-не-не. Знаешь, 120 нормально еще, ну, типа. Ну, блядь, 130, это пиздец. Манхарт. Типа тюнинг-ателье. Нет, типа это тюнинг-ателье, типа такое. Они 800-сильную М5 делали. Единственное тюнинг-ателье. А у него нихуя нет, да? Не, у него стоковая, даже не компет. А, сложно? Да. Написано. Компет. Деревня, блядь. Просто бешеные шашки. На его влог! Варчик, короче, у вас температура 131. Масло. А цешка нихуёво пуляет. Там камер нету, брат. Раньше не было, на московской ни одной камеры не было. Это был рай для шашечников. Потом поставили, блядь. Когда вот такие типы разъебывались, блядь, забирая с собой. Я в Питере был раз 5 максимум, но успел изучить его.
Наверное, 2016 года? Нет, подожди. В 2018. Видите, 2018-2019 года еду так вот. Примерно вот так. Тормозов нет уже. А, 20-й, да, это? Охуеть! Это 240 было где-то вот так вот, 250. Охуеть! Сейчас М8, кабриолет, Арчи и Урус еще. Я просто примерно знаю этот спидометр этот. М8 это. Вообще что-то может? Ну это. Моргни ему. F-серии. Охуеть. У меня три машины сейчас, брат. Четвертую вот сейчас жду. М5,60 выбрал. А не думай, сейчас отъебем этого самозванца. Это с поворотниками залетает, значит. Питер пищи Москвы, походу. Отъебет этот урус или нет, как думаете? Этому мужику реально лет 50, да, ведь? Мужику лет 60, да. 60 уже. 60-летний как. В натуре, это реально ему 90, я шучу, 60 лет ему. Вот мы сейчас посмотрели, поравнялись ему, ну, взрослый человек в возрасте. Зачем ему это надо? Он ему скучно жить, что ли? Охуеть, ебать, дед его трахнул. Шма, ну это пиздец, как его выебали. Не, все. А, не! Пропустил его. А М8 отстало? О, о. О. Это что такое? О, ебать. Что с Питером не так, я не понимаю. Пенсионеры на урусах наказывают молодняка. Просто что происходит в Питере? Или я так приехал удачно? Не, моргает на БС, да? Нет! Блядь, все. Задел диск ты. Он тебе два диска должен. Не, надо его оставить. А кто виноват, давай посмотрим. Пацаны, давайте вот зайду. Нет! Да, блядь, хуй знает, оба. Или я так приехал. Один, блядь, слишком быстро едет, второй без поворотников. Пацаны, давайте вот зайду. Нет! Блядь, все. Задел диск ты. Он тебе два диска должен. Не, надо его останавливать, а не пидорас. Осуждаю. Это разборка питерская. Че, в натуре что ли? Бля, его и так жалко, не надо. Короче, ребята, осуждаю. Тут потери жесткие в этом влоге, поэтому лайк сразу, ребята. Я, по-моему, его вообще не ебал, ничего. Брата. Нет, знаешь как, коснулся чуть-чуть, да. Это было. Да. Тормоза горят, да? О, Арчи поехал. Без потерь, пацаны, я перепутал. Я думал, два диска, конец прям. На ошибка пошла. Так и было. Пенсионер опять едет. Смотрите, Питер, короче, это столица шашек, я считаю. Москва — охуеть. Столица просто машина, а это шашки. Пенсия, о, обошел. Ну, то он остановился. Не молодой, я так скажу. Вот эта цешка сейчас только что... Вот. Дырки вот такие вот влезают. Куда не должна, типа, да? Сунат, короче, ноги ехал. Дрожали просто. У Сунат, он настолько шок словил, типа, эмоций. У него ноги, короче, ходуном ходили, прям я дрожали. Хотел, я вот на этой М5 был, я хотел вообще выйти, типа...